Итак, я вам сейчас расскажу стишочек из детства. Руки водителя пахнут бензином, руки рабочего маслом машины. Но это все не про вас. Нынешний водитель примерно так же, как и я, с иголочки одет. Не так, как я, но чисто выбрит. У нынешнего водителя есть, соответственно, большое количество подружек. И, в общем-то, и он с высоты своего положения так, снисходительно взирает на все проплывающее мимо, включая, кстати, Мерседес 600-е. А почему это возможно? А потому что настоящие нынешние водители ездят на настоящих американских грузовиках. Ну вот давайте по сути. Если у водителя все в порядке, если в рейс машина готова, если она заправляется правильно, то какая разница, и он путешествует как человек? Без ведра масла, без инструментов, без суконки, без ремней. Хотя по сути у нормального водителя все это есть. Но не в машине. А нормальный водитель все это везет в багажниках. Туда много чего залезет. Поскольку у нас расстояние огромное, ремонта нет. Хороший бардачок, клевый такой, куда и канистра с маслом залезет, и канистра с мочевиной располагается снаружи. Я, конечно, все понимаю, но зная наших механиков, зная наши сервисы, проще делать все самому. К слову, о дизелях и о коробках. На американцев все проще, и генератор, и стартер рядом. Вообще-то я люблю Америку той самой песней. Вообще все, что делается, просто и легко. И колодки меняются, и ремни. К слову, о чистых материконаводах и о европейской фигне. Я чисто сам все это дело меняю в 3 раза быстрее на американцах. Япония проще, но вы попытаетесь без плоскогубцев свернуть топливный фильтр. Ну попытайтесь, если сможете. То есть по ремонту я сначала выбираю Америку, далее Японию, далее места делят россияне и Европа. Про Китай не знаю, не знаю точно. Все китайские тяжеловозы у нас почему-то прикручивались до обосрачки. Теперь как ехать? Лучше на Платона не попадать, а то вся дорога станет Платоном. Я бы на юг поехал по М4. Саратов, Волгоград и Ириста — это как-то грустно. Еще грустнее через Астрахань ехать. Север. А понятия не имею. На восток. Там вот несколько геморроев имеется. Не думаю, чтобы что-то поменяли, но 500 километров то как-то грустно. Но надо. Ну а так, от запада до востока по стране можно ездить на Вольво. И по югу только. А вот для севера. А его-то много. И, по-моему, там только на гусянке. И вообще, если зимой вы можете прокатиться по льду, потому как быстрее-то и не удастся. То бишь, расстояние по прямой может быть и сотка. А по льду хз. И вот она такая огромная Россия. И как эти севера понять, я не въезжаю. Как не въезжают и многие. Но какого-то ляда там живут люди. И как? Абсолютно непонятно. Я не знаю, насколько здесь мощный крутящий момент. Но, вы знаете, по трассе я уже как бы привык к тому, что внезапно меня грузовик обгоняет. Да, и когда я еду в Самару, я в пробках вот за фурой, за хорошей. Я не тащусь, и мы едем спокойно 80-90, иногда и 110 км в час. Почему? А потому что эту фуру везет настоящий американский тягач, у которого, ну так, 430-460, а в иных случаях и 500 лошадиных сил. Но лошадки-то совершенно другие, это вам не бензиновые кобылки. И вот вернемся к тому, почему дизеля так хорошо едут. Ну, пункт А, это новая технология. При этом новая технология в американских грузовиках, и в том числе в подразделении Volvo Trucks, она не подразумевает под себе сверх что-то сложное. Нет, надо максимально упростить, чтобы машина ездила 4-5 миллионов километров, даже вы не заглазили в двигатель. Ну, возможно, какие-то элементы подвески там, ну, надо поменять, там, где мои элементы. Но, как правило, машины, которые идут сюда, они прошли предпродажную подготовку, и все, включая и резину, здесь как бы новенькое стоит.